машиностроитель укрепил свои позиции в борьбе за обладание медалями первенства «Золотое кольцо». Командой одержана очередная победа, позволившая ей закрепиться на втором месте в чемпионате. Хотя пятая по счету победа далась заводчанам с большим трудом. Репортаж Романа Четверякова. Дождь, размягшее поле и темная лошадка. Игрокам машиностроителя в день матча из этих факторов наибольшее беспокойство доставлял как раз последний. Клуб «Регион 69» только начинает осваиваться в третьем футбольном дивизионе. Особых задач команда в дебютном сезоне не преследует. По словам руководства, тверская молодежь, собранная по области, проходит обкатку. И надо сказать, что новичок оказался не из робкого десятка. В активе уже три победы, в том числе и над динамовским дублем, обыгранный в пятницу. Через день на пути региона встали еще одни кировчане. Ну, машиностроитель, конечно, послаженнее уже, все-таки они намного вместе играют уже несколько сезонов, и они считают как бы одни из фаворитов «Золотого кольца», всегда идут в лидирующих, то есть показывают вполне добротный футбол. На то, чтобы присмотреться к гостям, заводчане потратили около 15 минут. После разведки в сторону соперника пошло полномасштабное наступление. В первом тайме только одних угловых машинка подала больше пяти. Возникали угрозы из игры, но мяч упорно шел мимо цели. Да и вратарь региона в тот вечер был на высоте. Он сумел отстоять ворота даже в тот момент, когда казалось, что гол неминуем. Раздосадованной неудачей хозяева в концовке бросили все силы на штурм обороны противника, и она дрогнула. Алексей Кулыгин и Дмитрий Королев нашли в итоге в ней бреши и позволили машиностроителю добиться нужного результата – 2-0. Любая победа для него сейчас крайне важна. Текущий чемпионат проходит не в два, а в один круг. К экватору турнира многие успели неплохо разогнаться. Как показывают последние матчи, машинка ход не сбавила, наоборот. Команда Владимира Олина разогналась настолько, что вошла в тройку лидеров. Я вот сколько уже, 16-й сезон, сейчас мы начинаем с ними. Каждый год сезон где-то проходил, вот, да, и только в этом сезоне стал себя чувствовать как бы спокойно, в каком отношении. Верю в них, верю, что они могут, так что как бы вот в данный момент команда-то как раз она идет в хорошем состоянии. Поднявшись на второе место, кировчане до конца чемпионата, скорее всего, будут играть с оглядкой на соперников. В поле зрения остается и прописной фаворит «Золотого кольца» «Кооператор». Пока он впереди на 5 очков, но у машиностроителя игра в запасе. Вот только календарь до середины октября у нашей команды весьма непростой. Соперничать придется как с претендентами на награды, так и с крепкими середняками. Роман Четверяков, Игорь Охотников, «Вести Киров».